have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Привет, привет! Мы с вами в Куала Кафе. А это значит, сегодня вы получите немножечко новой информации о идущих делах и о том, что будет, как будет и где будет. Во-первых, ребятушки, самое главное насчет экзамена. То, что вам хотели сказать, у нас на следующей неделе происходит небольшая перестановка видосиков, и экзамена у нас занимает место обычного проекта, обычной игры, и будет теперь выходить дважды в неделю. Серии будут выходить каждые 3 дня, как все и должно быть. Так что, ребят, кто спрашивал, кто интересовался, пожалуйста, экзамена переходит на место обычного проекта и будет выходить чаще. Надеюсь, вам это понравится. Наслаждайтесь. Получается, что суббота у нас освободилась. И, ну, начиная не со следующей субботы, но в дальнейшем по субботам у нас будут проходить всякие проекты. Возможно, ну, у нас есть несколько вариантов, что будет проходить по субботам, раз уж суббота у нас теперь вакантны. Вот. Дайте нам знать, что бы вы хотели видеть по субботам, и нам бы нужно бы... Чё ты там уже в менюшке копаешься? Не знаю. Знаешь, это тот самый случай, когда ты такой сидишь на собрании, и тебе скучно, и ты начинаешь лезть в телефон, и такой, чё ж здесь интересненького? Да, так вот, ребятушки, дайте нам знать, что бы вы хотели видеть на канале, и также в дальнейшем мы вам скажем, что будет происходить по субботам. В общем, мы хотим больше интерактивности, хотим больше общения с вами и хотим какую-то связь с нашей аудиторией, потому что нам важно знать то, что вы думаете. Заранее спасибо всем, кто напишет комменты, кто отзовется, мы будем очень рады. Во-вторых, ребят, у нас с вами середина осени, скоро вроде как праздники, скоро как Хэллоуин, то-то, сё-то. Мы объявляем конкурс, нужно будет искать пасхальные яйца. Сейчас вы увидите пример вот здесь, внизу. Вы увидите пример того, как будут выглядеть пасхальные яйца. И как вы уже догадались, пасхалки будут на тему Футурамы. Мы думали, что бы такого интересненького ввести. Ну, Футураму любят все, Футураму видели все. Это офигительный мульт, это офигительный сериал. У нас грязный стол, пожалуйста, приберитесь. А, давайте тогда, секунду, ребят. Мы сидели здесь, и у нас оказался грязный стол. Давайте пересядем вот сюда, например. Я не хочу сидеть за грязным столом. Так вот, у нас будут пасхалки. Пасхалки будут не в каждом видео, и их будет 10 штук. Внимание! Вы можете такие поинтересоваться. Ну, соберу я пасхалки, и что со мной будет, и что мне будет. Ребятушки, будет вам приз. Причем пасхалки будут виртуальные, а приз будет настоящий. Мы разыгрываем игру Hollow Knight. Можете сейчас видеть скрины на своих экранах. Игрушка не просто офигительная, игрушка мега офигительная. Вот, поэтому всем очень рекомендую в нее поиграть. Дарить мы ее будем через Steam. Так что... О! Мы говорим про то, как мы будем дарить игрушку, а нам тут дарят 10 монеток, за что тоже спасибо. Ребятушки, условия конкурса будут очень простые. Наш сервер в Дискорде, на него будет ссылочка в описании, приглашение, если вы вдруг еще не там, если вы там все хорошо. Есть отдельная строчка, которая называется «Розыгрыши». Каждый раз, когда вы находите пасхалку, вы делаете скрин этой пасхалки и скидываете... ее от своего имени, скидывайте этот скрин в папку, ну не в папку, в строчку розыгрыши с хэштегом розыгрыш. При этом мы будем знать, что это вы. Каждый раз, кто первый заметит пасхалочку, кто первый успеет сделать скринчик и кто первый успеет отправить этот скринчик с хэштегом, вы получите 1 point. Выигрывает человек, который набрал больше всего поинтов за скинутые скринчики. Здесь вам нужно понимать, что ваша скорость и самая быстрая рука на Диком Западе сыграют вам в плюс, потому что чем быстрее вы скинете, тем быстрее вы получите поинт. Человек, который скинул скринчик 2-м или 3-м, поинт уже, к сожалению, не получает, поэтому здесь нужно будет по-быстренькому реагировать. Итак, условия очень просты. 10 пасхалок будут запрятаны в наших видео до конца месяца.
Как только увидите пасхалку, делайте скрин, скидывайте в розыгрыши с хэштегом розыгрыш. Получаете поинт. Человек с наибольшим количеством поинтов по итогу месяца побеждает и получает Hollow Knight, с чем я его потом и поздравлю. Так что, по-моему, все честно. Да, начнется охота. И, пожалуй, на этом сегодняшние новости все. А, также то, что мы хотели вам сказать. Как вы видите, что видео в Koala Time выходит вне зависимости от обычных стандартных видео, которые выходят на нашем канале. Так будет и в дальнейшем. Если вы видите видео на Koala Time, это не значит, что в этот день не будет серии. В этот день будет серия, и все будет отлично. Просто наслаждайтесь бонусами. Все, ребятушки, пожалуй, это все, что мы хотели вам сегодня сказать. Такой небольшой новостной выпуск у нас сегодня вышел. Заодно с вами пообщались. Опять же, хочу подчеркнуть то, что мы хотели бы внести побольше интерактивности в наше с вами общение. Мы хотели бы побольше ответов от вас, побольше информации от вас. Говорите все, что придет в голову, мы будем это читать, мы будем вам отвечать. И в дальнейшем надеемся, что это поможет развитию нашего канала. Также мы были бы не против, если бы вы бы где-нибудь бы как-нибудь пригласили своих друзей к нам. Может, они тоже хотят поучаствовать в конкурсе, может быть, они выиграют и поделятся с вами. Хотя, не знаю, это на самом деле звучит как конкуренция, и в этом случае вряд ли вы захотите кого-то пригласить. Нет, приглашайте. Для приглашенных друзей у нас тоже будут бонусы, и для вас, людей, которые привели к нам друзей, у нас тоже будут бонусы, об этом вы узнаете в одном из следующих Koala видео. Так что не стесняйтесь. Мы хотим, чтобы наш канал рос, чтобы наша семья росла, и мы хотим, чтобы вам тут у нас было хорошо. Поэтому мы начинаем делать некоторые шаги в направлении продвижения. Все, ребятушки, на этом, наверное, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем удачи на охоте за яйцами. Всем покедова, всем оладушек. Пока-пока.